И, коллеги, я прошу прощения, что от высоких мотивов, поэтических или фольклорных нарративов, я переключаю ваше внимание на более приземленные, на какие-то, значит, посохи, да еще сохранившиеся в земле, поскольку речь пойдет в основном об археологических находках. Ну и, кроме того, должен заметить, что наш именинник Греймас не писал специально о Криви Кривайтисе, и это понятно, потому что книга посвящена богам и людям, а Криви Кривайтис вроде как не бог и одновременно не человек, он между ними, он культурный герой, и все его атрибуты связаны с началом мира, социального мира, человеческого мира. Ну, об этом говорил отчасти Вячеслав Селч Иванов в вступительном докладе. Вот этому атрибуту, этому посоху будет посвящен мой доклад. И материалы в основном будут славянскими, они близки тем, которые нам известны на балтийских, балтских, говоря ученым языком, территориях. Ну, я должен вместе с тем разоблачить себя же, поскольку работал вместе с этнолингвистами над пятитомным словарем славянские древности, который издавал Никита Ильич Толстой, сейчас коллектив возглавляет Светлана Михайловна, где словарь посвящен мета-языку общеславянской культуры, и там вполне приземленный термин «палка» существует, черным словом отдельной статьей выделено. Анна Аркадьевна Плотникова, наша коллега, написала специальную статью. Я должен был, как все-таки археолог по специальности, как-то среагировать на эту самую палку, но вовремя не среагировал. Вот сейчас я восполняю эту самую недостачу, почти мифологический сюжет. Ну а пока я должен опять-таки посетовать на то, что у нас с вами представляет наша славянская мифология с нашими культурными героями, отчасти и балтийская тоже. Ну, во всех мифологиях герои как герои. Ну, там, я не знаю, ну, Беовульф, ну, Роланд. Ну, вот все они вооружены, все они во главе дружины. А вот в славянской традиции, ну, если вспоминать об основателе Киева Кие, то, ну, что это... дубина какая-то, вот, просто палка деревянная. Неудобство ощущал еще летописец, который пытался из него сделать князя, но так это осталось непонятным, был ли это князь, или это был какой-то первожитель, который расчищал леса и переплывал через речку Днепр. Ну, то же самое в других славянских традициях, и польский пяст, уж чтобы не зацикливаться на русско-украинской этой вот палочной ситуации, тоже воплощает некий вот пест, земледельческое оружие, некоторую палку. Ну вот какая-то такая приниженная ситуация связана с началом мифологии и славянской истории, поскольку все эти культурные герои – основатели некой исторической традиции. Ну и, конечно же, в этом есть некоторая русская национальная гордость, потому что с точки зрения русской фольклорной традиции, были иные традиции, пахарь, вот этот самый, значит, опирающийся на простые орудия, сильнее, чем князь со всей его дружиной, и Микола Селенинович, вот он это демонстрирует в специальных былинных сюжетах, когда князь-чародей Волх, его не может даже догнать со своей конной дружиной, так быстро он пашет в поле. Ну и еще один пахарь, его нельзя не вспомнить, уж коли я взялся за эту тему, это Пжемысл в пражской хронике Козьмы. Его избрала в мужья правительца Либуши, и призывающие его на княжение Чехии застают своего будущего князя за пахотой, тот втыкает палку, который погонял валов в землю, и она пускает побеги с плодами ореха. Ну, типичный славянский символ растительности и плодородия.
Пахарь из своих скудных запасов устраивает трапезу для гостей. Ну, то же самое делал и Пяст. Прямые реконструкции, основанные на сюжетах латиноязычных польской и чешской хроник XII века, а все это, включая и повесть временных лет, относится к такому уже не совсем даже раннему средневековью, вполне зрелому, если иметь в виду XII век. Вот попытка как-то осмыслить эти сюжеты осложнены воздействием анахронистов книжных традиций, библейской, латинской, и к последней относится мотив, конечно, процветшей палки, ну вот вспоминается Тит Ливий, ветви пахаря, да и домашние боги, пенаты, вот об этом тоже мы должны помнить при всех разговорах, которые ведут латинские авторы о славянских обычаях. Но вот этот разговор, он является центральным для моего доклада, я к нему подошел, потому что есть этнографическое известие о ритуальных функциях жезла палки у славян-абодритов, и его приводят в своей хронике уже начало XI века, самое древнее, пожалуй, свидетельство о славянском этнографическом обряде, таком языческом. Приводит его немецкий епископ Титмар Мирзебургский. Он сетовал на то, что христианизированные славяне редко посещают церковь, как и Нестор Летописец, общая беда. Я цитирую Титмара: «Почитая домашних богов и надеясь на их покровительство, они просят, приносят им жертвы. Я слышал, продолжает Титмар, о некоем посохе, на конце которого была рука, держащая железный обруч. Пастырь того села, где он находился, носил его с собой от дома к дому. При входе в дом носитель посоха приветствовал его, ну, этот посох, такими словами: «Не спи, Хеннил, не спи», ведь так его звали на языке крестьян. А затем эти глупцы, ну, явно, что они не христиане, коли уж какого-то Хеннила тут упоминают, а не истинного бога, эти глупцы, роскошно там пообедав, без этого нельзя, наивно полагали, что теперь находятся под его защитой. Имя защитника остается загадочным, но Лешек Машинский, польский знаменитый исследователь славянских текстов, предполагал, что Хеннил вообще ошибочно записанное немецкое слово. Ну и вот в недавно изданной нами в Институте славяноведения книги Николая Михайлова тоже подводятся итоги историографии, связанной с Хеннилом. Ничего мы об этом самом существе сказать не можем. Ну и вообще, я уже говорил, что интерпретация данных латинских авторов чрезвычайно осложнена тем, что эти данные соотнесимы не со славянской, а с привычной для христианского автора традицией. Палка, посох, особенно епископский, постоянно упоминается Титмаром в хронике как атрибут власти. Для нашего сюжета интересен эпизод со знамением, описанный Титмаром под 1015 годом. То есть опять начало XI века. Во время пребывания императора Генриха в Мерзебурге к нему явился из западных земель некий крестьянин великанского роста. С собой он нес палку, который погонял во время пахоты скот, когда через голубя получил с неба повеление. Содержание этого небесного послания остается неизвестным, но император пренебрег им и потерпел неудачу в войне. Ну вот аккуратно надо быть с этими самыми палками. Очевидно, что палка погонщика выполняла здесь функции некой антенны, вот того мирового дерева, о котором я поминал в связи с докладом Вячеслава Всеволодовича. Наиболее известный пример жезла, напоминающий по форме этот самый Хеннил, англосаксонский скипетр из королевского погребения в Сатанху. Сейчас я попробую его воспроизвести. Да, вот он. Англосаксонский четырехгранный оселок, который венчается съемным кольцом наверху, и сверху еще олень. Но вот что нас сразу же как-то позволяет ассоциировать эту находку англосаксонскую с славянским миром, это четырехликое изображение под кольцом. Поликефальный, так сказать, идол, вот этот самый сбруческий идол, споры о котором не утихают по сей день, что это такое, древний славянский истукан или садово-парковая скульптура, как нас пытаются уверить сейчас
а некоторые исследователи, археологи из Киева. Ну вот здесь это одно из древнейших изображений такого поликефального божества, лики на гранях оселка. Правда, эти лики расположены и сверху, и снизу этого самого оселка. В славянской традиции поликефальное изображение относится к верхней части композиции, как на сброческом идоле. Так или иначе, мифологические и ритуальные мотивы германского и славянского миров оказываются близкими на севере Европы. И действительно, поликефальные изображения известны как на территории балтийских славян, так и у датчан и других скандинавов, здесь вплоть до англосаксов. Сам обрядовый континуум с жезлом, именуемым Хенил, ясен с точки зрения славянских древностей, вот того пятитомника, о котором я упоминал, потому что мы имеем дело с обходным обрядом, ну и теперь каждый может обратиться к этим вот черным словам, специальные статьи, где практически все, что связано с текстом Титмара Мерзебурского, расписано в этом самом словаре славянской древности. Обходные обряды, в центре этих обрядов оказывается фетиш-палка, сходный с обрядовым деревцем, веткой и тому подобными символами, настолько же характерными для обходов, насколько характерными были трапеза, приговоры, вот то, что опять мы знаем из текста Титмара Мерзебурского. Существенный мотив бдения духохранителя дома. Ну вот, в славянских древностях есть и статья бдения. Ну, все с точки зрения архаического славянского ритуала нам известно и описано вот в этом уже знаменитом словаре. Весьма многочисленные, здесь я перехожу к своей археологии, которую я начал пугать вас в самом начале. Весьма многочисленные находки небольших палочек жезлов, которыми по естественным причинам изобилует Новгород. Ну, по естественным причинам, потому что там сохраняется дерево. Ну, 150 таких вот, значит, палочек, известные в новгородских раскопках, были где-то к 80-м годам прошлого века. Что они там сейчас накопали, итоговых статей пока нет. В основном, конечно, ищут берестяные грамоты. Вот. Но, тем не менее, этого всего много. Большая часть этих жезлов датируется 10-11 веками, ну, временем древнейшим для Новгорода вообще. Поэтому жезлы соотносятся, конечно, в новгородской современной археологической традиции с языческими ритуалами. Сами жезлы предназначались для того, чтобы быть привязанными к каким-то предметам, для чего предназначался вырез в нижней части. И вот жезлы, следующая моя, да, это уже, ну, один из этих жезлов, поверьте мне на слово, это самое вот, на самом деле, палец, который можно было стукнуть, она довольно длинная, 40 сантиметров, тем не менее, еще привязывалась, видите, внизу есть специальное приспособление для этого, привязывалось какой-то, ну, в виде цепа какой-то другой палки, так что серьезный был инструмент. Ну и для нашей, мы видим, что головка какая-то, то ли просто это венчающее утолщение просто орнаментально, то ли это антропоморфная головка, всякими навершиями славились эти самые жезлы. Для нашей темы важно, что в Балтском ареале, ну вот здесь материалы моего рижского коллеги Цауна приведены, известны похожие деревянные предметы, стержни, посохи, один из них антропоморфен, известны они и в Литве. Ну, не настолько они выразительны, но, тем не менее, есть и такое. Сейчас вот я сразу, может быть, и не найду, но поверите на слово. Мне пока мы сосредоточиваемся на латышском материале. Ну, а главное, пожалуй, что нас сближает с текстом Титмара, это вот эти самые ручки. Ибо у Титмара, этого самого Хеннела, жезл, он представлен в виде руки, держащей какое-то кольцо. Правда, вот эти новгородские ручки отделены
хронологически от языческого времени, они относятся преимущественно ко второй половине 13-го, к 14 веку. И тем же временем датируется находка вот из Старой Руси, не только один Новгород, довольно широкие просторы были охвачены этой любовью к такого рода предметам. Ну и среди всех этих, значит, стержней выделяется то, что я хотел бы еще вам специально показать. Вот это замечательная тоже с ручкой композиция, которую венчает головка какого-то, видимо, кошачьего все-таки хищника, да еще с высунутым языком. Ну и можем мы вернуться к рижскому стержню, вот к первому, где тоже какая-то кошачья морда внизу вырезана на этом самом деревянном стержне. Ну, вероятно, этот стержень мог служить апотропеем, который отпугивает нечистую силу, ну, типичный сюжет с высунутым языком, который и нечистой силе приписывается иногда, и тем апотропеям, которые должны этой нечистой силе напомнить, что нечего тут дразниться, лучше пребывать на том свете. Не менее существенными аналогиями новгородским этюдам представляются раннесредневековые находки из балтийско-славянского Волина. Вот тут я к балтийской перспективе возвращаюсь. Вот Волин, где также немало всяких деревянных элементов найдено в последнее время. Мало выразительная, конечно, но все-таки палица, это самое волинское. Скорее всего, это имитация палицы, она маленькая, там всего-то сантиметров 20, убить никого ей нельзя, но тем не менее, видимо, отгонный амулет тут имел место. А вот деревянные булавы в Новгороде, я говорил, они довольно серьезные, можно было и стукнуть. Ну, я показывал вам о том, тот предмет, который надо было еще привязывать в виде цепа. Ну, а в том же Волине есть вот такая кривая клюка с каким-то, видимо, изображением птичьей головы. И, конечно, тут все-таки национальную гордость я пытаюсь сдержать, но вот из Новгорода они гораздо симпатичнее и выразительнее, да, такие дракоши симпатичные, вот, и антропоморфные, конечно, навершие тоже более чем выразительные, вот этот философ новгородский вообще один из излюбленных сюжетов из новгородских раскопок. Ну так вот, тут я и обращаюсь, наконец, и надеюсь, что это действительно наконец, к балтской мифологической традиции, к фигуре жреца и культурного героя Криви Кривайтиса. Раннее описание этого персонажа принадлежит тевтонскому хронисту Петру из Дусбурга. Это первая треть XIV века. Ну, время синхронное тем новгородским находкам, о которых я говорил и которые показывал только что. Идолопоклонники пруссы почитали в качестве верховного жреца некоего Криви, обитающего в священном месте Ромове. Ему подчинялись все балты, литвины и обитатели Ливонии. Не только он сам, цитирую я Петра, или кто-либо из сородичей, он даже гонец его с посохом или другим отличительным знаком, проходя по пределам вышеупомянутых язычников, был в великом почете у королей, нобелей и простого люда. Здесь нельзя не вспомнить, опять-таки, славянские обходные обряды с посохом того же Хенела. С домашними обрядами Криви связывает описанный Петром из Дусбурга ритуал поминания умерших родичей. Жрец рассказывает о благополучном прибытии умерших на тот свет со всеми погребальными дарами, а для вещей видительницы говорил, что на притолоке дома своего, это я цитирую, покойный оставил какой-то след копьем или другим орудием, ну вот каким-то таким, значит, жезлом, скорее всего, он должен был отмечаться на притолоке.
Историчность образа и функции Криви остается предметом полемики. Понимание источника осложняет общие для средневековой хронистики латинские стереотипы описания язычества, в том числе у Петра из Дусбурга. Сопоставление функций прусского жреца с почитанием римского папы у этого хрониста, соотнесение культового центра Ромов с самим Римом и тому подобное. Но поэтому польский славист, знаменитый Александр Брюкнер, со свойственным ему скептицизмом, как правило, справедливым, возводил имя культурного героя к обозначению его кривого посоха. Указывалось, что такими посохами, напоминающими епископские, пользовались литовские сельские старосты. Наиболее полная фигура Криви Кривайтиса рассматривается в историко-культурной реконструкции начала Вильнюса и всей Литвы в работах Владимира Николаевича Топорова, здесь не раз упомянутого, ну, наверное, самого литовского из русских культурологов. Само двойное имя опирается здесь на хронику уже 16 века позднего Симона Грунау Владимира Николаевича. Само двойное имя верховного жреца Криви Кривайтис ассоциируется в его реконструкции с сюжетом культурных героев-близнецов, основателей городов. Недаром древний замок на территории Вильнюса именуется Кривым городом. Главный атрибут жреца – кривая палка-посох, сохранившаяся как символ власти сельских старост, которые созывали односельчан на сбор, посылая по домам кривую дубовую палку. Этот обычай напоминает ритуал, описанный Титмаром у балтийских славян, когда жезл по имени Хеннил носили по домам. В эту балтославянскую перспективу, ну, точнее даже ретроспективу, укладываются и находки с новгородских усадеб. Многочисленные антропоморфные навершия, которые я показывал, ну вот они эти самые выразительные. Они обычно ассоциируются с идолами и изображениями домовых и напоминают нам о домашних богах, этих самых пенатах, которые упоминает Титмар, и с пастырем села, носителем сакрального жезла. Но один из столпов новгородской археологии, Борис Александрович Колчин, предположил, что новгородские жезлы могли служить не только боевыми булавами, ну, показывал я вам те предметы, которые можно было нанести серьезные увечья, ну, не только боевыми булавами, как думал Колчин, но и знаками достоинства, в том числе уличанской администрации, таких регионов Новгорода, когда улицу собирали на вече, видимо, вот не спихенил, стуча, может быть, по деревянным новгородским заборам. Замечу вслед за Колчиным, что форма навершия, характеризуемая, как правило, кривизной, вот опять криви-кривайтис, да, связано с материалом, с комлем, которому следовал при выборе мотива резчик. Ну, конечно же, Борис Александрович Рыбаков не мог не написать об этих замечательных находках и сравнил их с русальными жезлами дружин русальных на Балканах, вот, что всегда изумляло этнографов, и Никита Ильич мне говорил: слушайте, а почему ваш, значит, академик Рыбаков говорит, что это русалки? Я говорю: не знаю. Ну, Никита Ильич тоже говорил: не знаю, и так как-то мы остались в задумчивости. Автор последней публикации этих новгородских жезлов, коллега Тянина, опять-таки не знает, почему это должны были русалки. Все-таки Новгород довольно далек от Балкан, но вот, как я вам показывал, к Балтике он, конечно, очень близок, и это создает еще одну проблему в области наших реконструкций, потому что уж очень любят современные исследователи новгородских древностей напоминать, что все мы пришли с Балтики, что у нас есть Пруссы и Прусская улица, что и варяги-то, скорее всего, были ваграми, как уже и Валентин Лаврентьевич Янин успел к этой народной этимологии приблизиться. Все пошло оттуда, чего я опасаюсь. Никаких прямых свидетельств о такой миграции в Новгороде нет. Ну, хотя вот я, может быть, предваряю вопрос присутствующей здесь Евгении Львовны Назаровой, с которой мы занимались в археологическом семинаре кривичами довольно много лет назад, да, Евгения Львовна? Вот. И, конечно, кривичи
которые так и сохранились в латышской традиции, это имя сохранилось в отношении русских, вот, конечно, ассоциировалось с Криви-Кривайтисом, хотя мои коллеги сейчас, лингвисты, кажется, больше все-таки склонны считать их не кривыми, не косыми, не хромыми, этих кривичей. Ну что ж, совсем нехорошо тогда будет. А какими-то вот живущими на краю, на окраине. Что может сейчас еще хуже, потому что ж они все украинцы, что ли. Ну, в общем, это проблема. Проблема кривичей, сейчас я ее касаться всерьез не буду. Но завершу свой рассказ все-таки известием романтическим о Перуне и Перкуносе, вот его вспоминали как родственного персонажа, и его палицы. Ну, в одной из новгородских поздних летописей после крещения Новгорода идол Перуна, которого сбросили с его возвышенного святилища, проплывая под великим мостом, соединяющим две части Новгорода, соединяющим берега Волхова, вот этот самый Перун, верже палицу свою на мост, ей уже ныне безумные убивающиеся утеху творят бесом. Ну вот здесь, значит, загадка русской демократии, вечевой традиции Новгорода. Ясно, что здесь, с точки зрения летописца, символы отвергнутого язычества, это самая Перунова палица, воспринимались как призыв к беспорядку на сборищах, к несанкционированным митингам. Вот. А в домашнем быту все эти предметы сохраняли свои социальные функции, почему мы и находим их в большом количестве на новгородских усадьбах и в городах и Литвы, и Латвии. Спасибо за внимание. Вы говорите, что кривичей и криеви можно рассматривать как крайние? Да, живущие на краю. Но, кстати говоря, Украина в древнерусской традиции, это не только Переяславская Украина, где Переяславская Рада, да, на веки вместе, вот, но и Псковская Украина, Кривическая Украина, вот это в древнерусских летописях, эти термины «Украина» существуют с древности. Но кривичи, ну, скорее всего, все-таки это жители каких-то окраин, поскольку по летописи они живут в верховьях Днепра, западные Двины, Даугавы. Вот, ну куда деваться здесь вот. Тогда центр человека, который говорит, да, они крайние, где он есть, в Киеве? Скорее всего, да. И летописец сидел в Киеве, поэтому он все так и описывал. Вот мы, поляне, люди, которые... Мы так и не знаем, что это было, потому что никакой племенной группировки археологи не могут нащупать в Киеве специфической. Мы, поляне, самые хорошие, умные, древляне и прочие, живут в лесах зверинским образом, а кривичи вообще там где-то совсем на окраине, призвали каких-то варягов еще на нашу голову, ну, в общем... Потому и первые, например, первые упоминания литовцев, это человека, который сидит в Киеве, он как-то с Киева смотрит на Конфинию. Ну, конечно, мать городов русских и литовских, то, значит, извините, тоже. В русской мифологической прозе есть такая ситуация, значит, да, в которой вот персонаж втыкает палку в землю, подобную тем, которые вы уже упоминали. Это делает, значит, колдун, который повелевает змеями, и, собственно говоря, вот этот вот жест, это одна из демонстраций его власти над змеями, втыкает палку в землю, значит, на нее сползает, забивает эту палку многие змеи, значит, он тем, так сказать, демонстрирует всем окружающим, как он может это делать, так сказать, вот. И затем их разгоняет, они уходят с этого места. Вот эта ситуация может как-то быть связана с теми сюжетами, которые... Ну, скорее всего, да, но мы здесь переходим в область универсалей. К сожалению, здесь нет коллеги Казанскини, который рассказывал нам о завершении Одиссеи, где Одиссей должен был воткнуть весло, да, вот, продемонстрировав этим конец своим странствием. Ну, я не слышал, чтобы Рюрик воткнул свое весло, но, наверное, что-то он, может быть, и что-нибудь более основательное он воткнул в русскую землю, эту самую землю, основав ее со своими варягами. Так что, думаю, что здесь действительно универсалии, ближе всего то, что нам известно из латинской традиции, о том посохе, который втыкают, и он начинает цвести.
Змеи, конечно, это, ну, нехорошо со всех точек зрения, но хорошо с точки зрения концепции мирового дерева.